маленькие тоненькие браслеты, которые уже давно не имеют пары и их никто не носит. Можно им придать новую жизнь, для этого можно их соединить в один большой браслет. Они должны иметь одну общую цветовую гамму, поэтому красим их золотой краской для всех видов поверхности. Можно выбрать любую цветовую гамму в зависимости от настроения и от времени года. После того, как мы подготовили все браслеты, выкрасили их в нужные цвета, будем их сплетать по принципу плетения корзиты. Для этого выбрали вот такой красивый шнурок. Отрезаем лишнее. Чтобы соединить, нам потребуется клей-пистолет. Нужно постараться сделать так, чтобы последний ряд не совпадал с первым рядом, также был переплетен. Выпрямляем, чтобы форма браслета была ровная. Для этого немножко расслабляем шнурок. И нужно закрепить свободный край. Дизайнеры любят давать новую жизнь старым вещам. Вот так вот из нескольких тонких браслетов создали яркий аксессуар.